Вечер, братья, сестры, слава нашему Господу за это время, за эту возможность, которую мы имеем, быть в Доме Божьем, быть вместе. Сегодня у нас хлебопреломление, и я хотел бы прочитать, перед тем, как мы будем участвовать в этой заповеди, хотел прочитать несколько текстов из Священного Писания. Давайте мы посмотрим. Первый текст – это послание к Ефесянам, 2 глава. И мы будем читать с вами с 13 стиха. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христову, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Слава Иисусу! Посмотрите, что делает Господь. Духом Святым Он устрояет жилище для Иисуса Христа. И мы с вами являемся церковью Бога Живого. Мы являемся жилищем Божьим. Мы являемся тем местом, где живет Бог. Но вы знаете, живя в этом мире, в мире тьмы, в мире беззакония, в мире греха, мы как церковь всегда будем испытывать атаки сатаны. Мы всегда будем переживать, что дьявол попытается разрушить то строение, которое Бог Духом Святым устрояет в нас. Всегда. И атаки сатаны, они направлены на то, чтобы церковь перестала являть Иисуса Христа. Мы должны с вами четко и ясно понимать, и это должно быть в нашем разуме, в нашем сознании всегда. Как индивидуально, так и лично каждый из нас призван к тому, чтобы являть Иисуса Христа в этот мир, чтобы показывать Иисуса Христа, который живет в нас, который живет в церкви, к этому призвал нас Господь. И что делает дьявол? Он атакует церковь. Почему? Потому что он старается делать все возможное, чтобы церковь, которую Христос насадил на земле, перестала показывать Христа, перестала Его являть. Пусть она занимается какими-то разными делами, пусть она занимается, но даже какой-то религиозной, социальной деятельностью, но только не являет Христа, не являет Его жизнь. И поэтому сатана, он будет атаковать церковь. И это отдельная большая тема, потому что дьявол атакует церковь как извне, так и изнутри. Но мы должны ясно это понимать и противостоять дьяволу, не позволять дьяволу, чтобы он мог разрушить вот это твердое основание жизни Иисуса Христа через нас.
Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны стараться и стремиться являть Иисуса Христа в своих семьях, в своих домах, в местах, где мы работаем, где мы учимся, где мы живем. Мы должны показывать Иисуса Христа, живущего в нас. Аминь. И Господь, Он устрояет церковь, Он устрояет это жилище из нас, из верующих людей, устрояет Духом Божьим. Пусть Господь нас благословит. И вот сейчас я хочу показать вам одну вещь, искушение, с которым сталкиваются очень часто люди, следующие за Иисусом. Давайте мы прочитаем с вами это Евангелие от Марка, 9 глава, тоже несколько текстов. 9 глава Евангелия от Марка, с 30 стиха. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и Он, Иисус, не хотел, чтобы кто узнал». То есть, вы видите, очень часто, когда мы читаем Евангелие, мы можем увидеть, что Христос, Он скрывался, как бы, Он не хотел быть популярным, Он не хотел быть узнаваемым. Мы видим это, очень много текстов. И вот здесь снова мы сталкиваемся, что Он проходил через Галилею и не хотел, чтобы кто Его узнавал. И дальше. «И Он учил Своих учеников там и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись». Вот вы знаете, один из недостатков, то, что может быть среди верующих и в церкви. Когда мы слышим, что Христос что-то говорит, что Он чему-то учит нас. А ведь Христос, как Он учит нас? Как Он может учить нас? Как? У нас сразу так, через проповедь. Я вам говорю, в жизни очень часто Христос нас учит. Через жизнь, через обстоятельства. Вот только бывает так, знаете, мы один раз на грабли наступили, эта колотушка нам прилетела по лбу, шишку набила, синяк, смотришь, а он опять идет к тем граблям. Ну, ты говоришь ему, слушай, ну, ты посмотри, ты же был уже там, ты же уже наступал, ты же уже проверял, что в результате было? Трагедия? Нет, опять. Вот, вы знаете, Христос учит нас, вразумляет нас порой и таким образом. Но даже вот и в таких жизненных ситуациях смотришь, человек и не разумеет слов их. И спросить боится его. А ведь Христос, Он добрый Бог, Он учит нас. Он учит нас для чего? Чтобы мы могли избежать многих вот таких вот ситуаций в этой жизни. Чтобы мы могли сохранить себя в чистоте и святости, сохранить себя для Царства Божия. Поэтому вот, друзья мои, братья и сестры, мы должны быть внимательны и уметь разуметь то, чему Христос учит нас. Пусть это через проповедь, через общение, через учение, через наставление или через жизненные ситуации. Нам нужно разуметь, что Господь учит нас, и мы Его ученики. А если вдруг нам что-то непонятно вдруг, да, что-то пугает нас, то не надо бояться, нужно пойти, если тебе что-то непонятно, искать лица Божия, вопрошать Бога и спрашивать: Господь, не разумею, не понимаю. Наверное, вы сталкивались с такими вещами, что-то происходит в твоей жизни, а ты говоришь: Господи, я не понимаю, что происходит вообще со мной, что это такое, почему ты это допустил? Не бойтесь, если вам что-то непонятно, не бойтесь приходить к Богу, спрашивайте у Него. Вопрошайте у Него: Господь, скажи нам, открой, мы не понимаем то, чему Ты учишь нас. Мы не понимаем, вот нам это сложно понять. Не бойтесь и спрашивайте. Аминь, братья и сестры. Аминь. И следующее, послушайте. «И пришел он в Капернаум, и когда был в доме, спросил их,
О чем дорогою вы рассуждали между собой? Вот мы сейчас в доме. Мы пришли. У нас у каждого была своя дорога сюда. Кто на автомобиле приехал, кто на маршрутке, кто пешком пришел. Мы все пришли. О чем дорогою вы рассуждали между собой? Вот он задает вопрос. О чем вы рассуждали, когда шли сюда? И там следующий текст, что написано? Все молчали. Тут такая ситуация похожая, да? О чем вы рассуждали, когда вы шли сюда? Христос спрашивает их. То есть они шли из Галилеи, пришли в Капернаум, они по дороге шли, мы же по дороге идем обычно, вот представьте, там 12 апостолов идут, о чем-то рассуждают, разговаривают, вот они идут по дороге, кто-то впереди, кто-то сзади, между собой, по двое скооперировались, по трое идут, рассуждают, пришли в Капернаум, сели там уже так все, а Христос их спрашивает, а что вы шли сюда, о чем вы рассуждали между собой? Оказывается, Христос знает. То есть ему тоже это интересно, что мы рассуждаем. А знаете, человек шел один, уже есть такое свойство, когда человек сам с собой может идти рассуждать, идет в дом молитвы и сам с собой рассуждает. Вот что? О чем мы рассуждали? И они все молчали. А знаете, почему они молчали? Потому что дорогою они рассуждали между собою, кто из них больше? И когда Христос задал этот вопрос им, им стало стыдно за свои рассуждения. Добрый, мудрый Бог. А им стало стыдно. Они идут, я вот представил себе картину, вот они идут и между собой, кто больше? Наверное, апостол Петр, там, Иаков, Иоанн, наверное, они больше всех так кичились. Мы были там, где вас не было. Христос нас с собой и на гору брал. Мы переживали что-то особенное, переживали то, чего вы не переживали. Вот мы переживали, а знаете, как обычно, а ты сколько лет верующий? Сколько? 2 года? И ты меня будешь, цыпленок, учить? Я уже 15 лет. А кто-то скажет, да я от самого начала создания церкви. И ты меня будешь учить? Такое, знаете. Да у меня, ты знаешь, образование. Я закончила этот, как его, колледж ЕХБ. Как он там? По вокалу. Чего ты меня будешь петь учить? Знаете, так вот, вот мы рассуждаем между собой. И вот что странно, что они идут по дороге, а Христос их там и тоже слушает же разговоры, все равно какие-то разговоры-то доходили. И молчит. А уже когда все пришли, там, наверное, они уже, кто-то думал, о чем это вы рассуждали? Они молчали. И дальше вот Христос дает им такое как бы наставление. Он их призывает и говорит, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И вот эта вот мирская теология полностью разрушается. Я хочу быть первым. Хочешь? Кто хочет быть первым? Добро пожаловать. Что это значит? Что это значит? Быть всем слугою.
так не хочется. Нам же хочется, чтобы нам служили. Нам служили, нам хочется, что нам служили. Чтобы ко мне подошли, меня как-то заметили, за меня помолились, меня благословили, меня мимо не прошли там с продуктовым этим набором. Чтобы вот как-то вот меня с днем рождения поздравили. А потом, а ты что из чата удалился? А меня с днем рождения никто не поздравил. Ну, как бы поздравили, но не так, как я хотел. И вот мы хотим, чтобы нам служили. А Христос говорит, нет. Он говорит, хочешь быть большим? Будь всем слугою. Служи всем. Подойди со всеми, поздоровайся. Подойди, за кого-то помолись. Даже если тебе самому плохо. Знаете, Писание вообще говорит о многих таких подобных вещах. Многие люди не имеют друзей, одинокие. Я про христиан говорю. Одинокие. В одиночестве коротают свою жизнь. Ну, как бы они имеют общение со Христом, но с людьми они одиноки. Знаете почему? Потому что они недружелюбны. А Писание говорит, хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. А кто с тобой будет дружить? Кто с тобой, кто к тебе в гости будет ходить, если ты такой недружелюбный, злой, ропотник, недовольный? Ну, кто с тобой захочет дружить? Кто захочет тебе в гости приходить? Ну, мы же куда хотим в гости пойти? Где радужно, где весело, где такой оптимизм поднимается, правда? Мы хотим? Или нам хочется идти, где все унылые, где вот пойдем вот к этой сестре, поропщим, поскучаем, там, посплетничаем уныло, пообсуждаем эту власть. Ну, вот так, ну, конечно. Поэтому она и сидит одна, никто к ней в гости не приходит, никто не позвонит. Вот, друзья мои, Писание, оно говорит, что по законам Царства Божия все не как у людей. Вот Андрей, по-моему, Рожков сегодня написал тоже этот пост, что у Бога все как не у людей. Потому что как у людей, это вот, то хочешь быть большим, то вот, пожалуйста, ты больший. Ты к этому стремишься, ты показываешь, ты идешь, ты доказываешь, что ты больше, что ты лучше, что ты что-то знаешь. А в Царстве Божьем все по-другому. Так вот, если мы живем в Царстве Божьем, помню, песня такая была в 90-х годах, а я уже в Царстве Божьем. Я вот помню, приходил здесь в одну церковь у нас в Омске, они все время пели песню. Такие, ну я только уверовал, но они пели такие песни, а я уже в Царстве Божьем, а я уже в Царстве Божьем. Они пели. И я думал, странные люди. Они же на земле еще, что Царство Божие. Ну, как-то немножко это, что-то, может, с головой у них. А потом понял, когда уже серьезно пришел ко Христу, я понял, что Царство Божие, оно внутри нас есть. Внутри нашего сердца, внутри нас Царство Божие. И поэтому я уже живу по законам Царства Божия. А если я живу по законам Царства Божия, то будет не все, как у людей, не все, как на земле. И если я хочу быть большим, я должен быть всем слугою. И этому должны мы все учиться с вами. Мы должны учиться друг другу служить, не ждать, что мне кто-то придет послужит. Я должен учиться служить, не отсиживаться. Вот. Я должен что-то делать. Господи, что я могу сделать? Чем я могу помочь этим людям? Очень часто Бог показывает нам чью-то нужду. Вы знаете, показывает чью-то нужду. Знаете для чего? Чтобы именно вы могли эту нужду восполнить. Но мы как бы так, мы видим эту нужду, но часто спихиваем ее на других людей или на церковь мы ее спихиваем. Мы не хотим в этом участвовать, а именно через это Бог желает нас благословить. Посмотрите, Христос там, Он как бы вот это свое учение, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою,
он его как бы разворачивает и дает понять, что он имел в виду. 36 стих. Он, взяв дитя, то есть там был какой-то ребенок, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал, вот у нас Верочка, когда сюда, забегай, сюда. Вот примерно вот такая была картина. Вот он так взял дитя, поставил, обнял ее и говорит, вот она, самая большая в церкви. И дальше говорит, если вы, как там написано, стой. Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня примет, но пославшего меня. То есть вот вы знаете, я уверен на все 200%, если у этой девочки что-то вдруг сейчас произойдет, мы все откликнемся на ее нужду. Мы все побежим к ее матери, к отцу и скажем, скажи, чем нам помочь? Аня, Саша, чем нам помочь? Нет? Если что-то случится, не дай Бог, мы все откликнемся, мы все побежим. Почему? Потому что это дитя. И Христос говорит, Он говорит, мы должны понять одну вещь, что мы все с вами дети Божьи. Мы в глазах Бога являемся все вот такими детьми Божьими. И мы должны, вот если попал дитё Божие вот в эту нужду, мы все должны служить Ему, а не ждать. Вы услышали? Спрыгнешь? Или помочь надо? Подожди. А, молодец. Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Послушайте, очень важная, такая тонкая, но четкая мысль. Если мы служим друг другу, если мы помогаем друг другу, если мы принимаем друг друга, мы принимаем тем самым Бога. Если наше мышление изменится, мы станем другими, церковь станет другой. Если каждый из нас, он поймет, что мы рядом, все сидящие, стоящие, являются детьми Божьими, и мы начнем служить друг другу, и это будет как служение Христу, и это еще будет как служение Богу, то есть мы принимаем самого Бога. Вот если бы был бы Христос бы сейчас в теле, вот представьте, что мы оказались с вами в первые века в Палестине, и Христос в теле. И мы знаем, что Он Христос, Спаситель мира. И вот Христос спрашивает, вот хотел бы сегодня вечером поужинать. Кто принял бы его? Кто бы его принял? Все бы сразу отбросили свои дела. Правильно? Достали бы свои заначки. Но домой. Мы бы сразу бы так бы подсуетились. Раньше времени бы братья жен бы своих домой отправили, бегом иди, давай там быстрее что-то делай. Я его там привезу. А ведь все хотят принять его. Вот представьте, но не ко всем он бы пошел. Он не мог пойти сразу ко всем, потому что он был в теле. А сейчас Христос находится в духе, он, Бог есть дух. И мы можем принять его. Как? Как мы можем принять его? Как вот это дитя мы примем?
Так мы можем его принять. Если я начну служить друг другу, служить моим братьям и сестрам, возможность, если у меня есть восполнить их нужду, я тем самым принимаю Христа. И принимая Христа, я принимаю Небесного Отца, я принимаю самого Бога. Вот в чем суть. А мы идем дорогою и рассуждаем, кто будет из нас большим. Поэтому, когда он спросил, все поняли, какая гадость эта заливная рыба. Мы сразу поняли. Мы ее так готовили, мы так приготовлялись, мы так думали, а оказалось, это гадость. Мне нравится, что у Бога не все, что у Бога все не как у людей. И нам нужно уметь переключиться. Помните, Христос сказал такую важную вещь. Он говорит, болен я был, а вы не пришли ко мне и не посетили меня. Я есть хотел, вы мне не дали даже чуть-чуть хлеба. Я был наг, вы меня не одели, темницы был, и вы не пришли посетить меня. И они тогда будут говорить, Господи, когда все это было-то? Мы не помним, когда. Он говорит, как когда? А две сестры сидят в колонии на Морозовке. Как? Две сестрички наши сидят в колонии на Морозовке. Как ты не знал? Ты же знал. Почему не пришел, не посетил? А в больнице? В больнице, когда тебе звонили и говорили, слушай, а ты не можешь приготовить и сестру навестить, она там лежит. А ты говорил, у меня времени нет. Почему нет времени? Потому что сериал там, это, там серия такая интересная, ее никак нельзя пропустить. Пропустишь эту серию, то вообще вылетишь, как будто и не смотрел весь сериал. Вот нам придется либо молчать потом, либо оправдываться. А Христос скажет на удивление тем другим, скажет, я был голоден, вы меня накормили, жаждал, напоили, наг, вы одели, был болен, вы посетили, в темнице было, вы пришли. И они в удивлении будут говорить, мы не помним вообще, когда это было. Когда? Скажи, когда это происходило? А он скажет, так как вы сделали это одному из малых сих верующих в меня, то вы сделали это и мне. Вот оно христианство, вот оно любовь друг к другу. А мы идем дорогою и рассуждаем, кто в доме главный. И мы проигрываем. Пусть Господь нас, братья и сестры, благословит, чтобы мы помнили, что мы с вами устрояемся Духом Божиим в жилище. Христос строит из нас дом, в котором Он будет жить. И мы с вами отдельно взятые кирпичики. Основание Христос, Он сам говорит, я Христос, я буду ваше основание. Мы все с вами кирпичики, из которых Бог устрояет дом, жилище. Жилище – это, знаете, вот как бы такое впечатление. Храм и жилище. Храм и дом. Вот вы чувствуете разницу вообще? Что, в чем разница? Храм и дом. В чем разница? В храм приходят, а в доме живут. Это разница очень большая. В храм приходят иногда по праздникам, раз в неделю, а в доме живут. Так вот, Христос строит не по воскресенье, а жить в нас. И жить через нас.
и показать себя этому миру через нас. Вот. И мы здесь на Московке. И мне нравится, есть доброе свидетельство. Есть, конечно, и не очень, когда и позорят церковь. Но есть и добрые свидетельства, я много слышу. Они знают, что здесь что-то происходит особенное. Они хотят пережить. И мы должны Бога, и мы должны им в этом помочь. Пусть Господь нас благословит. Аминь, братья и сестры. Давайте мы встанем на наши ноги. И братья Сергей, Иван, прошу вас, чтобы...